Школьники из Донбасса знакомятся с Россией. В Омске в рамках реализации федерального образовательного проекта проходит первая университетская смена для ребят из Луганской Народной Республики. В ее рамках был организован спортивный день. Ребята познакомились с достижениями нашего региона. В манеже «Красная звезда» они посетили музей омского спорта и сыграли дружеский матч с юными футболистами из ближайшего резерва «Дубля РТШ». Встреча завершилась ничью 2-2. Ребята, да, думали, что Сибирь – это холод, зима. А не так это все. Как бы здесь очень оснащенная спортивная база, много спортсменов великих, и которые добились в своей жизни многого. Ребята наши были очень рады, очень в восторге от такого манежа, прекрасный манеж. Ну, спасибо, конечно, всем за это событие. Далее дети посетили школу Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Гости узнали, что в Омском регионе есть давние традиции, отличная система подготовки и большое число чемпионок мира и Олимпийских игр. Ребята побывали в тренировочных залах и музее и получили полную информацию о том, почему наши спортсменки столь успешно выступают в российских и международных соревнованиях. Я узнала, что Омск – это сибирский регион, в котором развито множество разных видов спорта, и здесь обучались много разных знаменитых спортсменов, с некоторыми из них нам удалось увидеться. Также в Омске я познакомилась с многими ребятами, и надеюсь, когда мы уже поедем домой, будем общаться со всеми. Омск – это красивый, старинный город. В завершении экскурсии ребята увидели показательное выступление воспитанниц центра. Омские тренеры и спортсменки подготовили для гостей яркие номера и поделились секретами мастерства.